пожалуйста, тогда прекратите все. Подождите, все. Увеличение времени еще тогда. Я говорю, сегодня снимаем, прекращаем снимать. Уважаемые депутаты, что за то, чтобы прекратить снимать? Подождите, прошу голосовать. Можно депутатам высказать? Я сейчас. А что тут такого секретного? Значит, я вас очень прошу, уберите пока камеру. Камеру уберите, пожалуйста. Пока решение мы не примем, уберите камеру. Так, решение, так решение принимайте. Кто вам мешает? Принимайте решение. Мы приняли решение убрать. А на каком основании? Уважаемый, вот как раз... Вчера здесь... комиссия была, сейчас спокойно снимать. А что вы этим значит, занимаетесь? Давайте так, пожалуйста. Вы нарушаете, нарушаете регламент. Давайте так, не начинайте, пожалуйста, высказывайте. Не надо. Депутаты, пожалуйста, высказывайте свое мнение. По одному. Шульшова, скажите. Мы приняли решение. Решение должно быть. Решение не закон. Вы приняли решение? Вы как? Против введения записи? Все. Значит, вы приглашены, подождите. Вы не имеете права голосования. А я не голосую, я прошу слова к этому вопросу. Говорите, пожалуйста. Уже сначала пускай подойдет. Сначала уберите. Я считаю, что я не обязан убирать камеру. Сначала уберите, пожалуйста. Уважаемые коллеги, к сожалению, вот из этих... Я говорю, сначала уберите, пожалуйста. Уберите своих людей. Снимите. Здесь находится представитель прокуратуры наш. Если в наших действиях что-то неправомерно, дай выскажем. Пожалуйста, комиссия приняла решение, и мы должны принимать это решение во внимание и исполнение. С решением не согласны, пишите жалобу в органы прокуратуры. Все, пожалуйста, снимите, пожалуйста. А потом, подожди, Александр Алексеевич что-то хотел. Вы снимаете или нет? Да. Нет, я говорю, уберите аппаратуру. Почему я должен убирать аппаратуру? Я имею право снимать. Ну тогда да, препятствия не деятельности. Тогда придется нам еще правоохранительные органы вызвать. Да. Вы какой это? Дело даже не в журналистике. Пожалуйста, уберите, мы работать не будем. На каких основаниях вы запрещаете съемку? Это не может быть вашим личным решением. Обратим внимание, это заявление прокуратуры, Международной прокуратуры, что депутаты районного совета и его это помощники перепятствуют работу комиссии по ЖКХ. Я не мешаю работе никак. Я говорю, уберите, пожалуйста. Или мы выполняем, или не выполняем. А прийти как вы будете дома. Что? Значит, пожалуйста, я вас очень прошу. Уберите своих людей. Вот потом, подождите, потом не обижайте. Вы понимаете, о чем вы говорите? Кого убрать? Кого это ваши свои... люди. Кого имеете свое? Ваши люди. Сидит депутат Ейского городского совета. Пожалуйста. Это где-то в ауле. Там могут быть свои подождите. Люди. Подождите. А пускай ауле снимает там у себя советы. Почему он не подошел, не сказал, что я депутат городского совета? Дайте мне, пожалуйста, слово. И, пожалуйста, если дайте пока слово, не уберут, я вам слова не дам. Вы меня не поняли? Я тоже упрям. Уберите, пожалуйста, уважаемые депутаты городского совета. Дело не в упрямстве. А? Дело не в упрямстве. Я просто знаю, что я могу снимать. И мне нужно снимать, понимаете? Есть решение комиссии. Оно незаконно. Это рабочая группа.
вы сессии имеете право сесть и снимать. Вы меня понимаете? Сессии никто вам слова не скажет. Комиссии то же самое. Комиссии нет, это рабочая группа. Разные вопросы здесь. Зачем это выносить куда-то? Я знаю, есть государственная тайна, есть банковская тайна, есть какие-то еще данные, которые запрещены. Я вас очень прошу. Есть какие вопросы, которые мы сейчас обсуждаем, и какое-то правильное решение принимаем. Зачем пока срое куда-то выносить? Просто есть некоторые решения, на Зимбаке, когда вы говорите, голосуете одно, а потом говорите совершенно другое. Значит, поэтому все комиссии не запрещают. Вы или... Я вам сказал, или вы замолчите. Значит, уважаемый это, юрист начал. Пригласите это правоохранительного органа. Пожалуйста, посмотрим, как это будет проходить. Ну, потом это все на вашей ответственности будет. Значит, это я беру на тебя ответственность. Я так и понял. Пока не уберется эта камера, мы работать не будем. Они мешают нам работать. Да каким образом я мешаю вам работать? Сесть, пожалуйста, вот 300 камер поставь. Да почему? Потому что у нас в регламенте написано. Должно быть основание, чтобы запечатать. У нас в регламенте, у меня не основание. Запрещать съемку, я читал, запрещать съемку можно только если там тайна какая-то Они могут решить, если у них тогда и нас выгоняйте. Вас нет, в любом случае. А в чем дело? Я поддерживаю человека, который... Почему? Почему нарушается законность народа? Почему? Давайте, пожалуйста. Мы же не первый раз. Ну, мы будем в другом месте разбираться. Ну, пожалуйста, разберитесь. Мы так не оставим.